Я уже не первый раз говорю, что Федерация бокса России самая прогрессивная федерация в нашей стране. Чем это обуславливается? Это именно организацией, именно умением привлекать финансирование, в том числе в основном это небюджетные средства. И, конечно, дисциплина, целеустремленность руководства. Мы подписали первый контракт и начали наше сотрудничество генерального партнера с 2019 года. У руля федерации стоял Умар Назарович Кремлев. И, конечно, в то время нас поразил рост и развитие, организованность, планирование вот всех мероприятий, потому что мы, в принципе, взаимодействуем со всеми федерациями спортивными России. И Федерация бокса как в лидерах. И для нас большая честь и большая гордость быть партнером Федерации бокса России. Но это многолетнее сотрудничество, очень плодотворное. И уже стало традицией доброй, что мы продлеваем наши соглашения именно на боксерских форумах. Это позволяет нам расширять вообще наши форматы соревнований, делать новые форматы, масштабировать их. И, конечно же, что касается фонда «Созвездие добра», то мы очень много совместно делаем для ветеранов бокса. Реабилитируем их, поздравляем их и вообще их жизнь делаем так, чтобы они не остаются без внимания общего. Это очень-очень важно. Ну и, конечно, помощь нам, букмекерская компания «Лига ставок», они говорят, что мы могущественны, а мы говорим, в свою очередь, мы стали такими благодаря тоже спонсорской, партнерской помощи, потому что они в нас верят и видят, что мы как коллектив, которые энерджайзеры, которые действительно в том числе и такого рода деловые мероприятия проводим, очень важные для спортивной отрасли в целом, ну и, конечно, для боксеров в первую очередь.